Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем проходить черепашки-ниндзя-легенды. Так, начнем, пожалуй, с поиска на Рахзара нужных нам элементов, да? И это в данный момент магнитофоны. Окей, давай. Катушка с пленкой почему-то здесь называется, но на самом деле это магнитофон. Так, 150 мутагена, это ерунда. Катушка с пленкой нашли. Давай здесь попробуем. Ага, балалайка. А здесь тоже балалайка. Да хорош. Хорош выкаблучиваться. Че вы, а совсем оборзели? Вот, катушка с пленкой. Так, хочу посмотреть, сколько нам еще нужно. 4 штуки найти. Мне кажется, вот здесь как-то попроще искать, да? Именно на наших героях. Так, еще получается нужно 2 штуки надыбать. И все будет у нас окей. Но, как всегда... Во, во, пошло. Пошло, ребята, все, отлично. Мы собрали с вами все катушки с пленкой и можем прокачать до 6-й ступени нашей когти на голову. Ну вот и отличненько. Следующая прокачка будет у нас с тобой пассивочка, которая называется Альфа. Но это будет, естественно, в следующей сериях. Так, давай мы заберем здесь с тобой Ревард. Поднять уровень персонажа. Ну, я думаю, что надо прокачивать Леонардо до соточки, согласись. И нам с тобой не хватает чего? Сколько? А вообще-то у нас все. Все, друзья мои. Максимальный уровень. То есть Лео у нас фул по звездам, фул по уровню. Единственное, что хромает, это вот у него скиллы. Надо будет их тоже прокачивать, но это все со временем. Ух, кто-то мне сказал, не качай Лео до соточки, не качай, потому что все враги будут тебе даваться сотого уровня. Не, ребят, все это ерунда на самом деле. Прокачивать нужно было. Так, забираем наш ревард. И пойдем с тобой, наверное, на арену. Начнем с ареночки, да? Куда меня сейчас скинули? Я в Лиге Сёгунов ранг 30, а был в Лиге Мастеров ранг 85. Ну что ж, давай обратно подниматься на наш пьедестал. И начну я, наверное, с Ариэль. Берем Ариэль, берем также мы с тобой Лео против нее. И возьму-ка я, наверное, Майки, Лео, Шреддера и Хана Тоди. И Ваньку с тиранком. Не забывай, что сегодня у нас будет еще одно испытание. Это девичья сила. Будем проходить. Я больше уверен, что пройдем на изи по фулочке. Так, ну что, Лео делает свою козырную вертушку. Бакстер Стокман выжил. Тихо, не надо инициативу свою проявлять здесь. Эй, братюня, успокойся. Как думаешь, получится у нас что-нибудь или нет? Или нас сейчас тут распишут? Как они обычно это любят делать. Я, наверное, захиляюсь все-таки. Захилялся. Так, мне надо пробить кого-то. Давай попробуем, может быть, Ваньку. Может, получится как-нибудь. Есть, хотя бы Ванек. И бомбим по... Естественно, по Бакстеру Стокману. Лишь бы попасть, лишь бы уничтожить его. Ёпарасете, нет. Нет, только не это. Да что ж ты будешь делать, а? Майки, ты такой ватный. Господи, ну почему ты, а? Ну как ты мог упасть? Ну не продержался нисколечко. Все продержались, кроме него. Ты понимаешь? Даже Лео выдержал. А этот распластался, понимаешь ли. Неженка, блин, тоже мне нашелся. Ну, ребята, нам придется здесь попыхтеть. 21-я позиция. Все из-за Майки. Так, что тут у нас? Милутин. Тут у нас Артем и Акогби. Акогби. Я возьму, наверное, здесь Акогби и возьму. Акагби даже. Именно его, потому что у него по кубкам самый смак. Давай вот так вот я возьму. И здесь Шархана вместе с кем? Вместе с зэком. Слушай, я надеюсь, что у нас тут все получится. Никто больше падать не будет. Майки был просто слабачком. Он подвел меня на самом деле. Так, замедление или уничтожение? Так, замедление, окей. Давай теперь делаем вертушку. Я думаю, что половина отряда упадет здесь. Ну, практически я прав. И Шарханчик добивает Донателло. Ну, что может быть слаще, когда идеальная победа? Да ничего, ребят. Ух, я надеюсь, сейчас мы с тобой перейдем в мастера. Мне это очень нужно. Не, вряд ли перейдем. Еще надо, ну да, как минимум один бой.
Ладно, у нас с тобой 6 откатов еще есть. Я могу себе позволить немножко здесь на расслабончике сыграть. Ну, возьмем тогда Ярослава. Возьмем Ярослава и... Почему я говорю возьмем Ярослава? Возьмем Леонардо, елки-палки. Так, Сплинтер, Тимати, Паукус и... Нет, возьмем Армагона. Если мои ребятульки здесь не справятся, то Армагон, по идее, может добить. Ну, при желании, конечно, если захочет. Поехали, вертушка. Так, опасно. Ну-ка, Паукус, добьешь? Окей, получилось практически, да, друзья мои. Идеальная победа, все, команда меня не подвела. Я очень доволен. И мы с тобой сейчас залетаем в мастера. А у нас впереди еще боя 3-4, это как минимум. То есть мы укрепимся. Вот что я тебе хочу сказать, укрепимся именно в мастерах. Так, 91-я позиция. Топрак, Николай и Натали. Я думаю, что надо взять здесь Топрак. Берем Лео. Берем Донателло сюда. Так, подожди-ка, я обещал, что будет как минимум 3 боя. Нам нужно с тобой сейчас распределить имбу вместе со слабыми персонажами, да? Чтобы можно было тут все хорошо это дело отыграть. Ну что, для начала, естественно, вертушечка у нас пошла. Так, секундочку, ну-ка попробуем через кунай. Опачки. Секунду, а если так? Не-не-не, этого парня нужно добить обязательно. Донни, не подведи. Отлично, все у него получилось. Ребята, я просто думал, что если он сейчас начнет делать свою суператаку, а мы прекрасно знаем, да, что у него за суператака, когда он летит со своим этим гранатометом чертовым, он может просто снести даже довольно крепкого персонажа. Так, ну что, 76-я позиция. Нам нужно как минимум до 50-й позиции добраться, чтобы быть более-менее расслабленным. Джемми, Халид и Владислав. Ну, я вижу здесь Джемми, по-моему, слабже всех. Лео, давай иди сюда. Кирби. Так, возьмем Бакстера Муху. Возьму сюда Бибопа. И, скорее всего, мне здесь понадобится, наверное, Железноголовый. В принципе, по инициативе они должны вытянуть. Но вот то, что у нас здесь три слабых персонажа, мы можем просесть в этом плане. Так, ладно, давай рискнем. Кирби, я думаю, упадет сразу же, да? Он не выдержит натиска. Майкюб, ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, не надо. Не надо так делать, пожалуйста. Видишь, Бибопчик устоял. А ведь мог упасть. Нет, он стоит на ногах ровно. А Майки сразу пасанул. Вот так он меня подвел в первом самом бою. Ладно, давай посмотрим, куда мы с тобой переместимся. И это у нас 60-я позиция. Что-то как-то кисленько мы с тобой идем. Кристофер, Ярослав и Светлана. Я, наверное, возьму Кристофера. Так, здесь понадобится, наверное, Рокзар. Ну, пускай будет Крис Брэдфорд. И вместе с этой командой пойдет у меня крысиный король вместе с морозильной кошечкой. Вот так вот. Ладно, шутки в сторону. Тут серьезные дела пекутся в нашей фабрике. Поехали. Хова. Да нет, ребят, надо делать провокацию. Я не хочу здесь подставляться. Пробьем, конечно же, в первую очередь Ванюшу, потому что я не хочу получить барабанную дробь. Точнее, пулеметную. Так, оглушили нас. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Выдержали, да? А ну-ка, теперь попробуем мы ударить крысами. Выстояли, это посмотри-ка. Мы, естественно, делаем с тобой отхил. Отлично, шикарно. Так, я думаю, здесь нужно все-таки пробивать нам Донателло. Хотя, слышь, ты не тратил свою суператаку, верно? Да и не потратит. А суператака у него это тоже круговая атака, которая наносит массовый урон всем моим, как говорится, бойцам. Ну, а мы с тобой продолжаем двигаться. Сейчас посмотрим, на какую позицию мы приземлимся. Было 60-е, будет 50-е, как пить дать. Даже 46-я. Отлично, я доволен. Ксения, Лео и Августас. Ну, здесь вот Ксения будет слабее всех. Ксения будет слабее всех. Так, берем здесь Змейка Вьюна. Раз, два.
и крепыша. Крепыш у нас будет с тобой, наверное, Бакстер Стокман. Ёпрасоте, я... А, все, взял. Фу, я же думал, что я Лео не взял. Господи, это же надо так перепужаться, а? Ладно, Лео делает вертухан. Так, тихо, Шреддер, успокойся, ё-моё. Он массовую атаку залепил. А кто следующий будет ходить? Мы? Или не мы? По-моему, нифига не мы, ребята. Сейчас мне Хана ушатают, поверь мне. Если он сейчас сделает массовую атаку, он ее сделает. Да. Хан тоже слабак, а? Не могу, прям слов у меня нету на него. Ладно. Я знал, ребят, что так приблизительно получится, но, честно говоря, думал, что мы успеем все-таки двумя своими хаями сходить быстрее, чем он. И так бы все у нас было бы идеально. Но в любом случае мы с собой перемещаемся на... О, 36-я позиция. Кстати, тут уже и Лига Мастеров 2 звезды пахнет, ты чувствуешь? Вот, я, наверное, возьму в этот раз Джимми. Так, верну к себе Леонардо, возьму Усаги. Да-да-да, очень крупный риск. Очень крупный риск. И тогда мне еще, наверное, понадобится взять Майки. Вот сижу сейчас и думаю, стоит ли мне вообще брать здесь уклонение или сразу бомбить их. Давай, наверное, все-таки я повешу уклонение. Мы так будем с тобой более-менее юркими, да? А теперь поехали. Вертушка. Опа. Классно. И добивочный, скорее всего, да, ребята. Слушай, когда у нас Усаги в команде, да, ну тут просто великолепно. А знаешь почему? Потому что он делает такой баф пассивный, когда тебе можно ударить врага два раза. А это уже имба. Так, ну что, переходим с тобой на 21-я позиция. Ух, как шикарно. Единственное, что у меня, конечно, мало осталось бойцов. Это в данный момент только Лео я могу взять. Нет, я не могу Лео взять. А Рафаэль здесь один не вытянет. Поверь мне. Он не вытянет всю эту петрушку. Сколько у нас стоит откаты? 250, по-моему, да? Минималка 250. То есть я бы с удовольствием хотел сыграть, но не могу, ребят. Рафик в одно жало не потянет. А может быть, потянет. Слушай, а давай проверим. Просто возьмем его в одно лицо в бой и посмотрим, сможет ли он справиться, например, вот с этими ребятульками. Кто это? Фабриция. Окей. Фабриция так Фабриция. Блин, это, конечно, жесть. Ну, смотри, преимущество у нас какое? Во-первых, он может раздавать после каждого удара контратаку, так? Давай проверим, что и как у нас здесь будет получаться. Ну, предположим. У нас, знаешь, беда в чем? Что нету массовых атак, а у нас потихоньку здоровье-то тратится с тобой, понимаешь? Здоровье-то у нас с тобой тратится. Если я сделаю... Ну, вот так, это я добью. Оу, смотри, у меня не вышла добивка. Рафик, отлично. Мне кажется, он либо сейчас отхилится, либо повесит уклонение. Оу, крит. Тут промахнулся, кстати, смотри, Бакстер Стокман промахнулся. Сейчас, да, он делает отхил, и это плохо. Все мои старания, что я делал, пошли коту под хвост. Как бы сделать-то здесь хорошенько-то, а? Не знаю, ну давай попробуем через апперкот, кто его знает. Че, промазали? Мы пром... Фу. Ну все, тут, короче, меня сейчас распишут. Смотри, меня еще и замедлили. Единственное, меня спасает это здесь броня. Ну, как видишь, не особо хорошо. Уклонение, видишь? Не, друзья, ну это, конечно, глупо. Хоть он у меня и 85 уровня, но, извини меня, здесь 70-ники. Вот будь здесь Лео, даже без контратаки, он бы их всех распетрушил. Ты знаешь, что у него есть массовая атака, да, вертушка. Есть офигенный удар мечом, который разит врагов просто на ура. Ну, здесь еще и постепенный урон повесили. То есть мы в сухую даже никого не сможем здесь, по ходу дела, подбить с тобой. Да, выходит так. Я сейчас, конечно, посмотрю. Но мне кажется, никто здесь не упадет. Если, конечно, вот так вот не получится у нас. Надо же, хотя бы не на сухаря, ребят. Уже плюс. Был бы Рафик хиллером, было бы вообще имба. Я могу, например, Донателло еще наказать, если успею. Тинч. Получи. Да что ж ты, блин, вообще атакуют. Просто ужас, ужас как. Я не успеваю ничего сделать, он хиляется. Ты прикинь? И что мне прикажешь теперь делать? Я хотел Донателло этого ушатать, а теперь мне придется как бы
все заново, да, бомбить. Потом он опять повесит уклонение, потом опять хил. И так это будет до бесконечности. Сейчас меня порвут, наверное. Ну, я чувствую, что уже пахнет гибелью. Вот, уклонение пошло. То есть, соответственно, я опять не попаду. Ну ладно, давай сделаем вот так вот. Как говорится, делать все равно нечего. Хотя бы повышенная атака у нас с тобой будет здесь. Смотри, у нас очень мало здоровья, но мы почему-то держимся здесь. Как ни странно. Крит. Критический удар повысили. Ага. Так. Ну тут понятно, тут не попасть. Ушатаем, как думаешь? Трындец. Прикинь, я кабана не ушатал. Попали по майке, как ни странно. Так, о, супер удар. И, наверное, да. Супер ударом нас кабан, конечно, вынес. Но согласись, что Рафаэль в данный момент стоял очень-очень стойко. И причем он был один. Против всех. Но его замяли, да. Но это было, так скажем, эксперименталочка у нас с тобой. 23-я позиция. Ну что же, мы посмотрели, на что у нас способен Рафаэль. А теперь мы будем смотреть, на что способна вообще наша команда в испытании. Девичья сила. Переходим. Так. Вот. И давай глянем, что мне здесь дадут. Ой, ой, ребятушки, ну это просто красота. Ну ты посмотри, Лео, соточка. Глаз не режет, надеюсь, вам, ребята, а? Как вы мне пишите? Да соточки, вот, вот, соточка, все. Ну что же, погнали. Будем играть чисто имбой. На автобое, я думаю, что тут ну, просто на изи. Ну, может быть, последних 2-3 боя нам придется, конечно, немножко пыхтеть. Ну, а так ты сам понимаешь. Мы это испытание, девичья сила, с тобой проходим вообще. И, кстати, это, по-моему, одно из первых испытаний, которое я прошел полностью. Я не помню, там где-то в 300-х или в 280-х сериях. Но, по-моему, это было, ребята. Одно из первых испытаний, которые я прошел от начала и до конца. Это именно девичья сила. Так, ну что же. Расписали. И сейчас получим с тобой реворд. Самый вкусненький реворд. Это будет у нас, конечно же, в конце. Там, где буду давать на Малапекс. Там же, где и Усаги. О, и Усаги. Шинигами. Да? Кто там у нас еще? Кунаичи. Вот, вот, начиная отсюда, вот Алапекс, Шинигами и Кунаичи. Это вот те персонажи, которые мне очень сильно нужны. Ну что же, погнали далее. Ставим опять на автобой и погнали. Ну тут вообще красота, конечно. Так, следующий у нас, друзья мои, конечно же, будет на прокачку идти Рафаэль. Будем его тоже потихоньку-потихоньку догонять до 100 уровня. Или же мне надо прокачивать своих слабых героев, да, которые там зависли где-то на 60-х до 70-х, 85-х уровней. Как бы тоже будет довольно неплохо, да, но это придется, как тебе сказать, размениваться. Очень много придется энергии тратить то туда, то сюда. Так, когда ты концентрируешься на одном персонаже, и ты его качаешь целенаправленно, то, естественно, всю эту, весь мутаген все вливаешь именно в него. И, конечно же, получаешь отдачу. А если ты будешь там, да вот, 30-ку, там, 31 уровень, там 41 уровень подкачать маленько. Ну, не то, не сё. Верно? Верно. Так что, ребятушки, наверное, будет Рафик у нас качаться. Хотя очень долго и очень много нужно мутагенов. Ты сам прекрасно видел, как я долго качал Лео. Ну, естественно, я его качал не так, чтобы вот взял его на прицел, да, и чисто бомбил все влево. Нет. Получает у меня какой-то персонаж, например, да, новый ранг там, да, естественно, я его повышаю. Потому что, ну, сколько можно там, прям в 30-х уровнях ползать. Я выше 30-ка не могу поднять ни одного персонажа, пока он не получит очередную звезду. И так с каждым, там, на 60-м, по-моему, уровне нельзя дальше прокачивать, пока не получит он звезду. Ну и в этом темпе. Поэтому хочешь не хочешь, а приходится все равно, ребят, потихонечку прокачивать остальных персонажей. Ну что, эпизод 4 у нас с тобой, да? Морозильная кошка. Ну что ж, давай займемся этим делом. Морозильная кошка нам с тобой не нужна, потому что она полностью все ДНК на нее собраны. По-моему, ведь собраты, я же ничего не путаю. Да нет, конечно, собраты. Но переводить ее, например, в тот же самый платиновый ранг, я, честно говоря, не особо жажду. Так как боец это просто, ну, никакущий. Это даже не боец. Хиллер, он и в Африке хиллер.
Его задача какова? Поддерживать здоровье команды, да? А у команды, соответственно, заботиться об этом хиллере, защищать его. Так что, ребята, я морзильную кошку, если буду, то только уже в конце. Так же, как и Кирби тот же самый, да, у нас. И кто еще там? И этот. Гаргулька-то это. Кирби и... А, Боксер Стокман. Вот, еще Боксер Стокман. Ну что, у нас первый босс. Естественно, ватный. Как всегда, сейчас получит с полтычка. Даже париться не будем. Лео с удара, да? Лео просто с удара. Так правильно, он сотого уровня. Я просто представляю, что он будет делать, если прокачать ему, например, ту же самую вертушку на седьмую ступень. Ты понимаешь, на седьмую ступень вертушку. И вот этот удар, которым он сейчас завалил босса, как он будет там, наверное, жестко бомбить вражин. Но пока я, к сожалению, этого себе не могу позволить, потому что не прохожу именно платиновые испытания от начала и до конца. А там нужно именно так все делать, чтобы тебе шли вот эти вот нужные детали, или как там их назвать, элементы, чтобы прокачивать скиллы. Ну что, это у нас белочки тут, да? Надеюсь, не эти, которые на плечике с будуняшки сидят. Хотя похоже. Так, ушатали. Эту тоже ушатали. Нормуль. Переходим словно на третью волну. Здесь два грибочка, две крысенки и бронированный таракан. Ну, серия про бронированного таракана, да? Ну, я веду в мультике. Мне понравилось на самом деле. Когда Нателло, да, хотел просто пошутить, узнать какие-то там разведданные, а в этот момент таракан просто упал в мутаген и стал вот таким вот. Причем потом начал за ними охоту. Так, ну зачем ты, Боксер Стокман, вот это делаешь? Я не знаю. Мог бы сразу просто применить. Нет, вот оно ему обязательно нужно в конце сделать. Как будто не хватает, знаешь, энергии для того, чтобы можно было применить суперудар сразу. Так, ну что, мы с вами получили Алапекс. Теперь переходим к Шинигами. Так, здесь у нас... Смотри-ка, у нас все в платине, кроме босса. Босс пока в золотом ранге, 65 уровень. И я думаю, что здесь то же самое можно на автобое. Порвем же. Я думаю, что даже вам, наверное, неинтересно вот это смотреть, ребят. Потому что я из серии в серию, да, прохожу именно это испытание на изи. Практически все на автобое. Может быть, нам перестать снимать, я не знаю. Может быть, нам только арену снимать и все. Не знаю, ребят, пишите в комментариях. Если вас это не утомляет, то ради бога, я только за. Но фиг его знает, может быть, вам не нравится, может, бесит уже, уже надоело. Так, что там, оскорбление повесил, да? Окей, давай добьем. Все, лежит. Так, волна третья. Ой, стрелозадики мои любимые, самые ватные персонажи. Так, что-то рука зачесалась. Эх, видно, здороваться с кем-то буду, но мы на самоизоляции. Кстати, ребята, я... Завтра иду на прием, я же, помните, выздоровел, да? Один день отработал, и я опять заболел, к сожалению. Поэтому я сейчас нахожусь на больничном. Вот, завтра на прием, посмотрим, что мне врач скажет. Выпишет, не выпишет. Так, здесь у нас что? Ага. Вот, Боксер, вот сейчас ты вот с удовольствием мог бы выпустить ту же самую свою волну. Те же самых маузеров. Нет, ты просто выпустил ракету. Почему? Почему я тебя спрашиваю? Не отвечаешь, правильно, потому что виноват. Ну что, расписываем. Ах ты, Алапекс, хитрец. Ух ты, неплохо она вжарила. Но на самом деле, ребят, я тоже, кстати, соглашусь, что Алапекс, по-моему, слабовато будет. Если вот ее брать, качать, да, и потом в компашку к себе. Может быть, только лишь вот суперудар у нее классный. А он у нее массовый, насколько мы знаем. Может быть, за счет него только, если выкручиваться будет. Так, ну что, я надеюсь, ребятульки мои заквасят этого босика. Так, Усаги, ох, делает пробаф. Причем солидный, посмотри, просто баф божественный. Смотри, сейчас его просто разорвут, каждый сходит по удару. Ой-ой-ой-ой, все тут. Просто два удара сделали, и босс распластался. А Усаги, конечно, молодец. Повесил просто на всех контратаку, плюс двойную атаку, что там только не висело. Ну что же, переходим с тобой на последний эпизод. Здесь у нас будет разыгрываться Эйприл Кунаичи. Поехали. Я сыграю здесь уже своими ручками. Здесь 70-75 уровень. Ну, понимаешь, да? Ничего сложного абсолютно нету.
Эх, начнем со стрела задика. Пэу, готов. Давай вот этого теперь. Двойная атака у Усаги, это вообще классно. Чих, просто режет, рубит. Ой, боксер Стокман, ты что тут такой ватный-то? Один выстрел? А, ну, он 80 уровня. А кто тебе замедлил, Майки? Вот этот вот охламон умудрился. При таране он тебе сразу хоп и понижение, да, скорости. Понял. Так, с этими, чтобы быстро разобраться, мы с тобой сделаем суператаку. Ходиш. Так, и добивочные. Можно было и не добивать, просто пропустить ходы, и они бы отдуплились от постепенного урона. Так, училки, ё-моё. Давай вот так вот сделаем вертушку. Я не хочу просто с ними связываться. Так, волна у нас 4 из 5. И здесь давай просто рубить. Просто рубить. Минус морозильная кошка. Ой, Рафик-то сейчас. Так, шинигами. Ой, какая шинигами, елки-палки. Это шикарайка, шинигами вон стоит. Так, надо, кстати, нам шинигами-то, наверное, с тобой пробить хорошенько, да? Вот так. Дальше уничтожаем карайку. Двойную атаку делай. Так, этот будет хиляться? Нет, смотри-ка, я думал, Эйприл сейчас будет врубать, как всегда, свой хил. Но нет, не стала она делать этого. А нам же с тобой подлечиться на самом-то деле, потому что мы пойдем сейчас к боссу. Мы сейчас пойдем к боссу и желательно бы уклонение влепить. Оно тоже здесь не будет лишним, согласись. Ну все, 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 я любовался уже тобой, как ты тут появляешься. Можешь даже не выделываться. Так, поехали. Отлично. О, 2 атаки, вообще шикарно. Пумс. Уклонение, ребят, конечно же, уклонение от Майки. Дальше. Апперкорт с постепенным уроном. Шикандос. И добивочный. Все, вот тебе и вся девичья сила. Порвали и не заметили даже. Просто прошли, знаешь, так, как будто мимоходом. Просто повернули голову в их сторону и все. Никакой даже зацепочки, никакого напряга. Просто лайтово проскочили. И получили с тобой Эйприл Кунаичи. То есть вот тебе весь расклад до копейки. Так, что у нас здесь, ребята? Ну, это я, конечно, обменяю. Все. Так, у нас здесь излишки. Почему-то многие пишут «Карай-карай, прокачай змею-карай». Неужели она такая классная, эта змея-карай? Я вот, честно говоря, не особо вот увидел, чтобы у нее была какая-то там супер-пупер сила или еще что-нибудь в этом роде. Я понимаю, что тигра, да, есть смысл. Донателла там. Ну, карайка, не знаю, чем она вам там приглянулась. Так, ну что, жетончики я сегодня уже набил. Этот мне не дается, но тут, ребята, 80 уровня змейка Вьюн охраняет. Я пройти его не могу здесь. Так, турнирочка закончена. И, в принципе, все. Да, друзья, на сегодня будем закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.